же был тот нежный сон, что я любил судьбе в укор. Мук никогда он зреть не мог, как та звезда был далек. Да, Майя Владимировна. Нет, до пяти я никак не могу, у меня просто работа. Хорошо, тогда на следующей неделе. Ага. А за прошлое занятие я вам завтра на карту переведу, у меня как раз зарплата. Кто? Костя? Ну, я же просила. Хорошо, да, я поняла вас. Крись. Крись, эклеры твои, обалдеть. Ты где так печь научилась? Это 12-й хлебзавод. Крапивин. И далось тебе твое кино. Вот твое призвание. Ну, спасибо. Вот ты где. Здрасте. Ты что за действие? Второе, явление третье. Слушай, мы с тобой уже обо всем договорились. Спасибо, что помог с перевозкой вещей и так далее, но... Ну, я же могу кофе попить? Нет, не можешь. А, молодочек, проходите. Да нет, спасибо, все в порядке. Я, пожалуй, пойду. Подожди, стой, ты классный парень, правда. Ну ты чего? Такой симпатичный. Ну и пускай ищу себе симпатичную. А у меня цель. Если я до 3 часов буду у вас в кондитерской работать, а потом любовь крутить, то когда мне о главном думать? Небось, по-другому сохнешь, вот и все. Вот еще, думать о другом. Привет. А что-то у нас сегодня не пахнет борщом. Привет, Квигриль. Ты, наверное, голодный, да? Я сейчас закончу и соображу что-нибудь. Не-не-не-не, работай, работай. Кажется, мне опять не удалось жениться на тихой, спокойной женщине. Нашла. Я нашла. Ну, давай, рассказывай. Интересная вещичка, правда? Да, очень любопытная. Дорогая? Ну, для вас 875 тысяч. Сколько? Я думал, мадам понимает. Но не беда. Яков Соломонович, он всегда объяснит вам все детально. Ну, приглядитесь. Это дивное, дивное серебро. Это тонкая штучная работа. Вот когда мне принесли эту вещь. Когда, кстати, принесли? Да, пару месяцев назад. Ну, ничего не было видно. Все потемнело палкой-палкой. Но углеласты у меня наметан. Я сразу вот этот вензелек приметил. С богатой историей вещицы. Да. Это монограмма барона фон Ферзена. Был большой оригинал и большой любитель красивых вещей. Но после революции все родственники разбежались, имения разграбили. Но в 90-е годы является такой лихой человек, Андрей Фукс, бандюган, но с фантазией. Хотел, знаете, размаха, красоты. Из 3 кварталов жил. Квартирка очень любопытная, с выходом на крышу. Про эту крышу такие легенды ходили, ну, я вам в другой раз. Вот, и он начинает все вещички с фитильком барона собирать по всей России. Все антиквары знали. Невероятные платил деньги.
Ну, знаете, вот теперь уже как, ну, лет 20 его нет. Ясно. А у вас эта трость откуда взялась? Родственники Фукса принесли? Вот, а тросточку женщина везла, божий одуванчик. А же это вот вы все так подробно интересуетесь? Вы, мадам, часом из полиции будете? Нет, что вы. Просто любопытно. Огромное спасибо вам за интересную информацию. Все, до свидания. До свидания. Михаил Егорович, это Маша Ростова. Я, кажется, знаю, кто убийца. Удивлены? И только? Вот прием. Я 45 часов, глаз мигом не прищуря, верст больше 700 пронесся, ветер, буря, и растерялся весь, и падал сколько раз. И вот, за подвиги награда. Ах, Чацкий, я вам очень рада. Стоп! Ну что это такое? Что ты делаешь, Алиса? Что ты руками машешь, как провинциальная звезда? Ты что, действительно ему рада, что ли? Да зачем он тебе сдался? Ты же знаешь, что от него одна головная боль. Ты должна говорить досадливо, нарочито равнодушно. Ну, как тебе объяснить, а? Девушка, иди сюда. Я? Да. Вот представьте себе, что я Чацкий. Вот такой вот, как есть. Мне 60. И вот я пристал к вам, как банный лист. Чуть свет, и я у ваших ног. Вот говорите, что вы мне очень рады. Ах, Чацкий, я вам очень рада. Ба! Знакомые все лица. Кристина, как вас по батюшке? Ильинична. Ну, проходите, проходите, что вы так скромненько? Тут у нас никто не кусается. Кроме Андрейченко. Да не пугай ты девушку, ты посмотри на нее. Не кусать-то нечего. Все, хватит, хватит. Давайте работать. Ого! Ожидание, следователь. У нас снова полиция. Здрасте, Авдотья Никитична. Здрасте. А что случилось? Я-то думала, вы уже закончили эти ваши, как, следственные действия. Да раздолбай, простите мой французский. Проморгали улику. Улику? Да, представьте. Похоже, кто-то был посторонний в квартире-то. А, и куда же вы теперь? Так надо же изъять улику по полной форме. Вот еду за ордером. Потом понятых собрать. То, сё, короче, еще полдня потеряем. Я побегу. До свидания. Объясните, пожалуйста, откуда у вас ключ от квартиры Федосеева? Ну что, доволен? Звездочку новую получишь. Поймали старуху, ай да молодцы. Глупо попалась. Об остальном, знаешь, не жалею. Вот жил человек. Никому от него радости, только небо коптил. Жене свою всю жизнь отравил. Еще, небось, пришил кого-нибудь лихие-то годы. Вот за эту палку и пришил. Откуда она у него? Я всю жизнь в ломбарде приемчицей проработал. У меня глаз наметан. Я дорогую вещь сразу вижу. Серебро, конечно, потускнело, если кто не понимает, железяка и все. Потом вензелечек приметила. Знала я этот вензелечек. Табакерочку к нам приносили. 500 000 табакерочка стоила. И буковки А и Ф. Это же он специально взял ее. Потому и взял, чтобы буковки совпадают. Анатолий Федосеев, плебей, настоящий, фантазии плебейские.
Я вообще считаю, что мне от него моральная компенсация положена. Он мне всю жизнь палкой этой барабанил в потолок. Бум-бум! А я больной человек. У меня гипертонические кризы каждый день. Я спать не могу. Так что мне эти деньги положены за ущерб. Так ключик-то у вас откуда? А, так слушайте. Я иду как-то, а в Федосейском почтовом ящике ключи торчат. Ну, я и Марии Ильиничне их занесла. А дубликат так, на всякий случай сделала. Она и не вспомнила, да? Вот жизнь, как белка в колесе. Я так просто сделала. Знаете, у меня начнет долбить в потолок. А я лежу и представляю, как поднимусь к нему. И этой палкой ему по башке, по башке. Знаете, легчало. А потом грешник мой каким-то бандитом задолжал. Вот вроде Федосеева, душегубом. Ну, не что я внуку своему не помогу. Миллион не дали. Всего 350 тысяч. Воры кругом. Воры и мошенники. Ну, Гришеньке хватило. Из-за вас невинного человека могли посадить. Наказания без вины не бывает. Всю жизнь Федосеева ныла, что она плохой человек. Так всем и говорила. Видно, знала о себе что-то. Какой удивительный человеческий тип. Послушайте, господин писатель, идите домой. А маму вашу мы завтра отпустим. Сегодня. Почему не сегодня? Сегодня уже не успеем. Не успеем оформить. Ладно, хорошо. Завтра. В 8 утра я у вас. Поехали. Ну что, давай тогда быстро раздеваться, мыть руки и за стол. Давай. Нет. Серьезно, Володь, прости, но вот совсем, я спать, ладно? Ой, жалость какая, да. Ну давай. Мы просто торт купили. Мы? Привет! Как вас отпустили? Володя, так, здрасте, приехали. То есть я 100 тысяч справок оформляла, а здесь Володя пришел и забрал, да? Интересно, как? Он их уговорил. Уговорил, интересно. Это моя профессия. Я знал, что тебе к вечеру потребуется доза радости. Да, кстати, мы не запеки. И что? Ну, документы готовы. Готовы! Ну что, побежали. Побежали резать торт. Я такси не заказывала. Тебе такое такси не по карману будет. Не надо меня окучивать, ладно? Тебя никто и не окучивает. Ты же не картошка. Кофе будешь? Не буду. Ну, а круассан? Ладно. За кофе спасибо. Только, пожалуйста, в следующий раз бери двойню с молоком, ладно? Что будет в следующий раз? Не будет. Я решила замуж не выходить. А тебя замуж пока никто и не звал. У тебя все на лице написано. Ты уже по уши. В кондитерскую? Нет, на Мосфильм. В кондитерскую. Ну, проходи. Ой. Нравится? Господи, красота-то какая.
Ой. Теперь это твой дом. Я хочу, чтобы тебе было максимально удобно. Если хочешь, можем перевезти сюда все твои вещи. Оттуда? Я бы ничего не хотела оттуда, если можно. Да-да, прости, я не подумал. Пойдем. Я не знаю. А может, мне все-таки лучше туда? Я тебе мешать буду. Нет, это я тебе буду мешать. Я буду приходить к тебе постоянно. И ты мне будешь все рассказывать. За всю жизнь. Да? Пойдем, пойдем. Да что интересного-то в моей жизни? Это тебе не интересно. А мне интересно. Я же писатель. Правда? Располагайся. Костенька, спасибо тебе. Машеньке твоей спасибо. За что же мне столько радости-то? Неужели я нагляжусь на тебя, мальчик мой? Любимый, хороший мой. Прости меня, мой хороший. Митюш, чего у тебя тарелка пустая? Давай тебе что-нибудь положу. Смотри, сколько всего вкусного. Пирог с капустой будешь? Давай. Володь, чем ты ему наливаешь? Ты с ума сошел? Пусть привыкают. Какой обед без выпеку? Я шучу, это шипучка безалкогольная. Давай еще что-нибудь положу. Он такой грустный. О, я открою. Ой, ладно, прости, прости, пожалуйста. Один разочек-то можно? Один можно. Угу. И то в честь праздника. Даня вон целует. Меня! Как же без тебя, боже мой! Чего тебе положить? С пустой тарелкой сидишь, ну? Здравствуйте. Здравствуйте. Мам, ну, ты как чувствуешь? А у вас день рождения? Ну, у нас у всех немножечко вроде как день рождения. Мэри дали опеку. О, теперь дети официально и бесповоротно с ней. Володенька, я думаю, что с вами. Мам, ну, давай, присаживайся. Я за тарелочку принесу. Спасибо. Так. А что вам положить? Салат, может быть, пирожок? Вы с чем любите? Не волнуйся, дорогая, я люблю совсем. Я свекровь добрая. Мама, мы обо всем поговорили, да? Я помню, помню. Володенька, вообще делайте, что хотите. Мне самое главное, чтобы вы были счастливы. Володь, шампанское поналей? Так. И еще. Спасибо. Ребята, за вас. Мэри, я очень рад. Несмотря на то, что мы все это затеяли вроде как, ну, эффективно. Володь, ну не надо за столом. Но вы мне все стали родными людьми. Ты и ребята. И я хочу вам сказать, что вы можете на меня рассчитывать. Я всегда буду рядом. Да, и я тоже хочу сказать, Володь, огромное тебе спасибо за все. Ну, вообще все. Ты, конечно, какой-то удивительный человек. Очень хороший. Я, честно говоря, не умею такие вещи говорить. Я, наверное, сейчас расплачусь, поэтому за тебя, Володя. Горько, горько, горько. Мама, не переживай. Легко ли в 65 лет тащиться мне к тебе, племянница? Мучение. Час битый ехала с Покровки. Силы нет. Ночь. Светопредставление. От скуки я взяла с собой арабку, девку, да собачку. Вели их накормить уже, дружочек мой. Интересная девочка. На каком курсе? Что-то я не узнаю. Пока ни на каком. Отлично. Я как раз в следующем году набираю. Эй, звезда! Ты меня? Ну, а кого еще? Чего надо? Да мне там ничего, учительскую смотришь? Это сериал, что ли? Ну да, мой батя снимает. Поздравляю. У меня на сериалы времени нет. А, времени нет. Угу. Ну что ж поделать? А отец уже согласился тебя посмотреть.
Вот я ему показал видео с репетицией, он сказал, что ничего такая, мне как раз для одной роли нужна. Вот, ну только желательно, чтобы ты еще, конечно, пела. Вот, ну раз у тебя нет времени, то что ж... Эй, подожди, я приеду. Куда? Ух ты, время нашлось. Слушай, ну давай в среду 8. Адрес я тебе скину. 8, я не могу, у меня пекарня. Пекарня? А знаешь что, Крис? Пеки пироги. Я приду. Скидывай адрес. Ага, все, подожди. Так. И... Что, починили? Не сказал бы. А вы закончили заниматься? Тетя Мэри позвонила дяде Косте, и я тактично вышла. Он ее звал в гости, а она сказала, что у нее дети. Ух ты. Так, ну-ка, потяни его здесь немножечко еще раз. И вдруг, откуда ни возьмись, налетел страшный ветер, и началась самая настоящая буря. Все испугались, кроме Иван-Царевича, потому что он самый сильный. Хотел спросить. Не надо с детьми посидеть. Нет, спасибо. Да поезжай. Они ко мне привыкли. Заведем мультик, потом пиццу и спать. Володя, глупости. Костя просто написал новую главу и хотел показать. Ничего страшного. Перешлет по электронной почте. Мэри, я бы очень хотел, чтобы тебя перестало тянуть к этому фанфарону. Ну, если тянет, поезжай. Жизнь одна. Не придумывай себе препятствий. Привет. Пойдем? Да. Костя. Mm-hmm. Машенька. Ой, как хорошо, что вы пришли. А у меня как раз кулебяка с рыбой и яйцом. Вы любите? Обожаю. Мария Ильинична, вы выглядите потрясающе. Мама расцвела просто. Да я просто счастлива. Дети, знаете что? А мне очень нужно прогуляться. Проходи. Позволишь? А. Стой. Я... Ты мне главу обещал прочитать. Прочитать. Ты знаешь, это похоже на запуск воздушного змея. Когда ветра нет, тебе кажется, что ты полная бездарность. Но стоит подуть ветерку, и все, только держи. Вдохновение. Да, мысли что-то необъяснимое. Мне даже самому нравится. В небе сияла звезда. Одна большая-большая звезда. Как будто кто-то проделал глазок в огромном черном полотне. Они смотрели друг на друга и уже знали, что пожалеют об этой минуте. Но избежать ее ни он, ни она не могли. Только что был у меня самым родным человеком, а теперь какой-то чужой. Я не понимаю, почему, прости. Да? А как это произошло? Вот просто в один момент
Переключилась, да? Расскажи мне подробнее. Ты серьезно? Может, ты это в следующую главу хочешь вставить? Почему? Кость. Я же писать. Мне надо домой. Там дети, я переживаю. Прости. Мэри, подожди. Мэри! Привет. Вернулась? Лорецкий совсем идиот, если тебя отпустил. Дети спят? Спят. Чайку? Ну так что, значит, все совсем плохо? Не хочешь рассказать? Я уже свадебный подарок приготовил. Что, не будет свадьбы? Он что, оказался не так хорош при ближайшем рассмотрении? Ну, он очень хороший. Очень. Я себя чувствую полной идиоткой. Я столько лет была уверена, что я его люблю. Я не понимаю. Слушай, ну разве можно вот так ошибаться, а? Ну, выходит, можно. Роман у него, кстати, замечательный. Да что ты? Да. А его матери? Не, ну не только. Обо всем. И обо всех. Я всегда знала, что он очень талантливый. Очень. Ты знаешь, я, видимо, таланты любила. Кстати, Мэри, один мой хороший приятель просил посоветовать ему адвоката. Я посоветовал тебя. Спасибо, конечно, но... Ну, опять мне. Ладно, извини. Спасибо. Вот. Мне кажется, надо было с детьми наряжать, они были бы счастливы. Да ты ничего не понимаешь. Они придут с прогулки, а тут елка наряжена. Это вообще лучшие воспоминания моего детства. Да? Знаешь, меня впервые за много лет рождественское настроение. Потому что дети в доме. Но у меня другая версия. Подай, пожалуйста, вот эту коробочку. Осторожно! Вообще-то ручная работа. Моя что причем. Это? Ты сама сделала? Да. Как красиво. Что, жена одна волшебница? Ну, конечно. Моя звезда. Ты моя звезда.
Извините, это всегда. Немного не вовремя. Ну, открывай. Честно говоря, нет. Надеюсь, сюрприз приятный. Проходи в кабинет. Да, Гурский, сдаешь позиции. Раньше ты меня в спальню разговаривать приглашал. Деловые. Может, присядем? Не вижу необходимости. Тогда приляжем. Я смотрю, у тебя много времени, мне его нет. Володь, я понимаю, что я тебя обидела. Послушай меня. Я много думала о нас. О нас? О нас. И поняла, что это я во всем виновата. Что с нами случилось? Мы забыли, как любили друг друга. Мы? Я думал, это ты забыла. Что случилось? Он тебя бросил? Меня не бросают. Ты же Так, да ты все нарядила? Нет, нечестно. О! А, да. Не, ужин надо готовить, не мешай. Ну, подожди. Ну, дети сейчас придут. Ну, ты заел, послушай. Пау, тебе не надо оправдываться, ты чего? Да, я не собираюсь оправдываться, мне не в чем. Ты мне не веришь? Эта страница закрыта. Володя, я уже один раз испортила очень хорошую дружбу. Я совершенно не хочу повторять эту дурацкую ошибку опять. Я все вижу. Что за бред? Что ты видишь? Ты знаешь, у тебя когда все вот это отболит, ты будешь счастлив. Просто явно не сейчас и явно не со мной. Это понятно. Давай не будем ничего портить. Оставим все как есть. Просто единственный человек, с которым мне легко. Из взрослых. Легко и больше ничего? Да, легко и больше ничего. Я открою. Кость, привет. Ты чего это? Привет. Проходи. Вот заехал поздравить с наступающим. Мама наломала дров, велела подарить тебе, сказала, что они дивно пахнут. Как будто дивно пахнут только елки с моего участка. Ты знаешь, мама права, пахнут дивно Новым годом. Ты меня избегаешь? Нет. Ну, мы же все выяснили, да. Ты мне все сказала. Хоть мне было и нелегко, но давай оставим все как прежде. Давай. О, Костя. Очень кстати. Ну, я вчера дочитал. Ну что, давай решать финансовые вопросы.
финансовые вопросы, я уже был готов заложить дом. Не стоит. В эту историю готов вложиться. Тебе, похоже, удалось написать хит. Самое смешное не в этом. А в чем? Мои ребята уже начали проводить кастинг. Лучше всех пробую Кристину. У Кристины? Угу. Пойдем покажу. Колян еще на пенсию, пора. Однозначно. С этими усами? Да ты вообще сценарий-то читал? Хотя стоп. Че ж всего три реплики? Тебе, наверное, смс-ка их скинули. Крис, как тебе Колянчевские усики? Нормальные усы. Чего? Ей понравилось, вы слышали? Крис, специально для тебя я сопру одни у гримера. Кстати, у нас читка завтра. Да, помню. Но у меня завтра там смена, три сцены снимаем, так что... До завтра. Арсений! Эй, ты чё? Ничего. Я вижу, ты в провожающих не нуждаешься. Ну ты кретин. Ты ревнуешь, что ли? Ну кому я могу понравиться, кроме такого шарахнутого на всю голову, как ты, а? Ну посмотри на меня, у меня же ни рожа, ни кожа. У тебя отличная рожа и отпадная кожа, а эти смотрят на тебя, как на пломбир. Ты кретин, ясно? Ты на машине? Нет. Это как? Так, у шефа теперь новый водила, а я... Меня взяли помощником режиссера. Это чувак, который целый день на площадке получает 3 копейки. Круто. Да. Я очень рада за тебя, правда. Только машину жалко, на автобусе ехать придется. И у меня... Я без перчаток, руки замерзнут. Можно я буду совать тебе руки в карман, а? Нет, не надо. Ну, вот, пожалуйста. Вот туда точно не надо совать. Почему? Ничего. Ну, а там что-то есть? Что? Что, подарок? Нет. Что? Это мне? Великолепно. Вообще-то это было дело о мелком хулиганстве. Мне кажется, такого букета шикарного не стоит. Перестань, я тобой горжусь. Ты лучший адвокат Москвы, Московской области. Сумасшедший. Дети как? Няня с ними отлично справляется. Поехали отметим? Нет, я хотела на квартиру к себе заехать, посмотреть, как там ремонт продвигается. Ну, куда вы все торопитесь? Пошли бы у меня до лета, потом на дачу вместе. Пора. Пора, мой друг, пора отправляться в свободное плавание. Ты мой одинокий парус. Все ищешь бури? Вовсе нет. Ну, поехали пообедаем. Другой раз. Мэри, ну, Мэри! Да, что ты хотела? Не, где ты ходишь, а? Мама волнуется, обед простыл. Чихает? Пошутила, молодец. Вещи учиться, как разговаривают культурные ой, люди. Ой, где же мне такому учиться? Мария Ильична, я ужасно голодная. Руки мыть и за стол. Мне сейчас с вами надо пару сцен обсудить, ладно? Ой, да нет, Кристин, я в этом ничего не понимаю. Понимаете, я же вас играю. Я тебе сколько раз говорил, не путать прототип с реальным человеком. Я тебе сколько раз говорила, не надо мне учить, как готовиться к роли, ладно? Брысь! Руки мыть. Ты, между прочим, тоже. Не, ну ты видала, а? Видала. Иди руки мой. Давай, давай. Ладно. Понимаешь, я ведь поняла, что никому, кроме тебя, не нужна. Я понимаю, я все испортила, покупила. Но... Ева,
Я полюбил другую женщину. Что? Я уверен, ты еще найдешь свое счастье. Какое счастье? Мне уже предлагают играть мать главной героини. Мать героини. Ну, хорошо, не мать героиню. Ты никогда не умел шутить. Позволите жить дальше. Алло. Подвезешь меня по старой памяти? Прости, я хочу заехать за Мэри. Боюсь, что уйдет без меня. Так это она? Прости. Одна горит звезда, мой ум она манит всегда. Мои мечты она влечет, и с высоты меня зовет. Таков же был. Маша, смотри на меня, Маша, 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 ножи справа, вилки слева. Ну, так я так и делаю. Пап, вот он, я и слышу. Ты мой сладкий, спасибо. Спасибо. Садись. Садись. Ой, какие помощники у нас, замечательные. Мария Ильинична, прелестно выглядите. Спасибо. Володенька, вам кофе сварил. О, вы волшебно варите. Ну, вас угощать одно удовольствие. Спасибо. А где наша звезда? Сдает последний экзамен, поступает во ВГИК. Ну что, что я для вас приготовил? Для вас. Я сейчас посмотрим. Так, это у нас пульт. Ух ты! От чего у нас пульт? Да, от чего? Сейчас посмотрим, от чего. Квадрокоптер! Держи, как самому старшему. Так, а вот что еще, посмотрите. Меч, все это тебе. Ага, вот тебе защита еще. Это воздушный змей. Кость, а Кость, а ты человеку не веселый, а? Прочел очередную рецензию на фильм? Прекрасный фильм. Я не понимаю, чего они цепляются. Я три раза смотрела и все три раза плакала. Знаешь, они тоже... Сейчас прочту. Итак, несмотря на бездарный сюжет, фильм можно смотреть благодаря прекрасной, талантливой игре молодой актрисы, играющей главную роль. Вот так. Девушка, а вы Кристи из учительской? Ну, вроде того. А можно с вами сфотографироваться? Можно. Эй, звезда! Спасибо. Я за тобой. Это твой сюрприз? Ну, снаружи, может, класс. И не очень. Зато внутри не хуже, чем уже. Ну чего? Сдала? Все, Арсений. Я теперь бедная студентка. Тогда поехали на шашлыки к шефу.
Будем экономить. Иду на обалденный аромат кофе. Умираю, хочу чашечку. Да подожди, какую чашечку? Тебе нельзя кофе. Что же нельзя? От одной чашечки вреда не будет. Машенька, не позволяйте себя притеснять. Беременность не болезнь. Слышал? Слушай, тебе нельзя кофе. Что вы делаете? Ну, не чуть-чуть. Ну, немножечко. Наверное. Ага. Смотри. Осторожно, осторожно!